Так, друзья, всем привет, меня зовут Сергей, рад вас видеть на канале. В этом видеоролике мы начинаем собирать бюджетный, красивый, симпатичный домик в стиле... Домик будет в стиле барн-хауса, размером 2,40 на 4 метра. Все подробности есть в телеграм-канале, обязательно туда заходите, потому что туда выкладывается контент наперед, прямо здесь и сейчас. Мы тут вообще расчищали целую площадку, потом откапывали доску, сейчас готовим весь материал. Соответственно, этот домик будет проект, друзья. Также все скину в телеграм-канал, сделаю смету. Ну а вам я хочу пожелать только приятного просмотра. Материалы будем использовать максимально бюджетные. Что-то достали по акции, что-то купили, что-то было. Доска у нас естественной влажности. Весь каркас будет из доски 50 на 100. Утепляться будем пеноплексом, обшиваться квикдеком, зашиваться гибкой черепицей. Все покажу, все расскажу. Максимально объясню, так что вам желаю приятного просмотра и поехали. Это у нас будут, друзья, импровизированные блоки из остатков. Вот у нас два блока есть. Сейчас собирается третий, потом четвертый. Тут заготавливается обвязка. Обвязка будет из пакета досок. Соберем елочкой классику. Но мы тут поступим следующим образом. 22-ю плиту. Это Quickdeck Professional. И чтобы нам максимально сэкономить, нам понадобится 7 листов. Но для этого нам надо развернуть лаги пола в длинную сторону. Поэтому обвязку соберем через 1,33 м примерно. Дальше пустим по длинной части лаги пола. Утеплим пеноплексом. Закатаем сразу в 22-ю плиту. У нас будет уже готовая такая плита для работы со стенами. Поэтому потихоньку начинаем. Работаем. Так, друзья, буду иногда включаться и комментировать какие-либо процессы. Могу оговариваться, поэтому заранее извиняюсь. Блоков у нас в наличии не оказалось. Можно было сгонять, купить, но зачем, смысл, когда есть обрезки, по-быстрому скрутили эти бабышки и сделали такие импровизированные блоки. Пакет досок. Мы сначала скручиваем их на саморезы 6 на 90. Кто-то говорит, что это неправильно, но поверьте, так будет лучше. Типа саморез не работает на растяжение. Помимо саморезов мы потом еще все пробиваем 90-ми гвоздями, ершонами, с помощью пистолета. А саморезы нужны для плотного прижатия, чтобы доска прям сидела на своем месте, не было щелей. И так как это у нас модульный домик, он должен быть максимально жесткий, потому что его будут поднимать манипулятором. Сначала мы собираем полностью контур, это буква П, и посередине пару досок. Дальше, выставив диагонали, мы временно крепим укосинки. То есть вы сейчас их наблюдаете, такие рейки по углам. Это для того, чтобы диагональ не убежала. Далее заполняем второй контур каркаса. То есть собираем полностью пакет досок елочкой. Пару дней у нас были очень снежные. На заднем фоне вы видите кучу, которую мы сгребли. И сейчас там еще помогает нам трактор. Второй контур досок также сначала протягиваем на саморезы 6 на 90, чтобы они сидели на своем месте. А потом все простучим гвоздями. Следующий этап — это лаги пола. У нас слева и справа крепятся две лобовых доски. Буду иногда подсказывать размеры. Тут размеры 2,40. Мы 5 сантиметров оставляем на внешнюю отделку. Итого у нас получится 2,45. Это габарит для перевозки. Лобовые доски я креплю на косую с помощью самореза, чтобы максимально прижать и все было в своей плоскости, довольно ровно. Также я использую бабышку, чтобы доска не убежала, не сползла, то есть временно ее креплю, загоняю саморез на косую и потом бабышку откручиваю. Запоминайте, может кому пригодится, так удобнее выравнивать доски. Лаги располагаю следующим образом: справа и слева по 600 мм под утепление. Потом ловлю центр, тут ровно метр, делю посередине, итого получается проем 475. Далее набиваем рейку 25 на 50. Она будет служить как опора для будущего утеплителя. У
Утеплять весь домик будем Пеноплекс Комфорт. У меня толщина 50 мм. Такое утепление для данного домика очень идеально. Во-первых, у Пеноплекса нулевое водопоглощение, а значит нам не страшен ни дождь, ни снег, ни град, ни изменение температуры, погоды, так как Пеноплекс вообще никак не впитывает влагу. У него также низкий коэффициент теплопроводности, а это значит, что утеплив домик в полтинник Пеноплексом, нам достаточно будет потом просто какой-нибудь ветерок включить, и у нас в комнате будет температура больше 20 градусов. Также у него хорошая биостойкость, бактерии, грибы, растения его не едят, а срок службы такого утеплителя больше 50 лет. На самом деле с таким утеплителем работать очень удобно. Нет лишнего мусора, пыли, грязи, волосков, ты не чихаешь, а просто подрезал его в размер, вставил в проем и запенил. Поэтому всем рекомендую, применяйте хороший утеплитель и по назначению, чтобы все было у вас на 5 с плюсом. Далее поверх всего домика мы накидали плиту QuickDeck Professional 22 мм. На самом деле на этот домик мы закупились довольно удачно. То есть плиты Professional мы взяли по обычной цене, а вот отделка у нас будет QuickDeck Plus. В магазине был хороший скидос, поэтому мы затарились на всю внутреннюю отделку. Далее по платформе мы собираем две боковых стенки. Тут все просто. Два лежня по 2,40 и 5 стоек по 1,90 м, чтобы получить общую высоту в 2 метра. Скручиваем сначала на саморезы, а потом пробиваем все 90-ми гвоздями. Также добавляем укосинку, чтобы стена стояла жестко. Прикручиваем по бокам упоры, поднимаем стеночку и фиксируем ее к основанию. Ну и конечно ставим временные укосы и выравниваем по уровню. Стемнело довольно быстро, но мы в тот же вечер успели накидать стропильные ноги. Подняли сначала центральную стенку, выставили ее по уровню. Высота центральной стенки у нас 2,30, так как мы упираемся в высоту габарита. 2,65 нам нельзя превысить. Если вы будете строить по месту, то, конечно, можете сделать конек повыше. Стропильные ноги упираются на стенах в лобовую доску, так лучше фиксация. А в коньке они упираются в центральную стенку, в центральный прогон. Далее мы просто заполняем все стойками. Пролет у нас 600. Также стойки мы запиливаем в зуб, чтобы они дополнительно несли и поддерживали крайне стропильные ноги. Доска пилилась по 3 метра, далее прикладывается, делается разметка и запиливается по месту. Так удобней, быстрее и нет промахов.
Передняя стенка у нас собирается аналогично, но тут я решил придумать необычную дверку. Особенно это удобно будет для садовой техники. Так, друзья, давайте я вам расскажу, что мы построили, какие моменты, нюансы. Ну, мы сделали обвязку из доски в две доски елочкой, пакетом досок. Дальше у нас слаги пола шагом 600 по длинной части. У нас тут две перемычки для жесткости, чтобы полы были более-менее нормально. Полы у нас утеплены пеноплексом. Дальше у нас настелен Quickdeck Professional 22 мм. Сразу сплошняком, размер отлично, то есть сразу просто без подрезки плиты встают. Дальше собираем каркас. Две стены, высота 2 метра, то есть мы не можем превысить габарит. То есть у нас габарит по высоте 2,65, да. Соответственно, мы не можем. А по ширине тоже габарит 2,45. Соответственно, ширина у нас сейчас в черновой 2,40. Так как у нас сзади еще будет отделка вагонки, спереди тоже отделка, как раз 2,45 мы попадаем. Соответственно, стенка левая, стенка правая, двухметровая, классическая, глухая, по укосины в каждую. Дальше собрали центр коня, то есть отбили высоту. Если вы будете строить, вдруг повторять у себя на участке, вы можете и повыше сделать. Мы не можем, потому что габарит. Соответственно, стропилка врезается в коня. Коня усилили небольшими подставками, укосинами, и на косую слева-справа закрепили на саморезы 6х90. В дальнейшем все это стянется, будет хорошо вообще работать. Соответственно, сделали лобовую слева, лобовую справа. Из доски 50х100, доска вся естественной влажности. В эту лобовую упирается стропильная нога. Перед мы усилили через проставку. Во-первых, нам нужна рамка 10 см, ну, чтобы было симпатично, красиво. Во-вторых, усилили, чтобы манипулятор, когда будет поднимать, он будет стропами упираться в эту стропилку. Была бы одна доска, может ее сломать. Ну, наверное, не знаю. Поэтому мы подстраховались через обрезки и поставили еще одну доску. Таким образом мы сделали арку и выставили также стойки. Дверь тут будет двойная. Сейчас проем 1,25 м. Будет одна маленькая такая дверка, которая шпингалетами фиксироваться будет. И одна стандартная 80-ка. То есть тут еще не хватает перемычки. И к центру усилим перемычкой для петель боковой двери. И вот сюда, я думаю, тоже добавим перемычку, чтобы доска не играла. То есть она стояла жестко. Тут у нас не хватает с этой стороны закладной. Сделаем закладную для внутренней отделки, как с этой стороны, как и с той. В принципе, все нормально, все хорошо. Поэтому двигаемся таким моментом. Туда добавим обрезки, тоже для закладной. И в тот угол добавим обрезки. Вот так каркас почти полностью готов. Сейчас будем готовить обрешетку. Натянем гидро-ветрозащиту. Обязательно на крышу сделаем свес на стены, чтобы крыша у нас была максимально защищена, была хорошая защита. Поэтому потихоньку двигаемся. Проект тоже буду делать, подведу смету. Все подробности будут в телеграм-канале. Друзья, обязательно переходите, я всем рекомендую. Поэтому мы сейчас продолжаем. Попробуем за сегодня закрыть максимум, сделать стены, зашиться в гибкую черепицу. Даже если успеем, у нас есть, в принципе, пистолет, барабанные гвозди, компрессор. И заднюю стенку как минимум закатаем ветрозащиту также, чтобы дождик, потому что сзади будет у нас заподлицо стенка, и чтобы водичка не заливала, также закатаем ветрозащиту. И спереди, в принципе, тоже подстрахуемся, сделаем. Поэтому потихоньку двигаемся. Вот такая красота. Материал весь естественной влажности, но стянуто все жестко, надежно, запильчики хорошие, гвоздями все прострелено, поэтому будет жесткий, хороший мини-домик. Бюджетного варианта, скажем так. И, в принципе, потом уже внутрянка, это сбегать не буду, конечно, далеко. Сделаем электрику, разведем две лампы лево-право, пару розеток. И закроем все в Quickdeck Plus. У нас есть под тендом ламинированный Quickdeck. Поэтому им быстренько закатаем также стенку, стены, потолок. А заднюю стенку, возможно, закроем либо в вагонку, либо также в плиты. Посмотрим. В общем, работаем. Продолжаем потихоньку. Как что будет результат, буду объяснять, показывать, рассказывать. Вдруг кто захочет повторить. Потому что домик получается такой, ну, нестандартный, интересный, не классический. Далее решили подстраховаться. Взяли один рулон мембраны и решили затянуть весь фасад. Таким образом мы спасаемся от косого дождя, потому что задняя стенка у нас будет заподлицо, и на нее будет точно попадать косой дождь. И чтобы водичка не заливалась вовнутрь помещения, мы смонтировали мембрану.
Далее бьется об решетку, потому что мы будем делать боковые стены и крышу в плитный материал QuickDeck Professional. Взяли 16 мм. На него же уже пойдет гибкая черепица. Идея здесь такая, чтобы левая и правая стенка, а также крыша, была в гибкой черепице. Будет необычный вид. Плиты монтируются быстро с помощью пистолета на 32-й ершовый гвоздь. Пока ребята монтируют плиты, я занялся фасадной частью. Работаю с имитацией бруса, сорт АБ. Я ее привез по 3 метра. И так удачно получилось, что как раз 3 метра встает до двери. Ну там чуть-чуть надо будет подрезать. Монтирую все на желтые саморезы, чтобы доска сидела на своем месте. Прокручиваю в каждую стойку. Хочешь вовнутрь домик кинь, сейчас я посмотрю мешок какой. На стены и крышу решили смонтировать гибкую черепицу. Тут у нас драконий зуб, цвет голубика. Смотрится очень сочно. Это черепица от компании Дёки. И тут есть ряд преимуществ. Во-первых, она больше, чем обычная черепица. А значит, у нас ускоряется монтаж, меньше обрезков, меньше гвоздей и также экономим на общей площади. Черепица смотрится бомбически. В общем, работать одно удовольствие. Ссылку оставлю в описании, друзья, можете ознакомиться и подобрать под себя любую цвет и расцветки, какие вам понравятся. Дальше я начал собирать двери. Двери будут сделаны вертикально, это удобно. 3 доски у меня и уйдет на вторую дверь, а 5 досок на первую. Далее занялся электрикой. Электрика здесь стандартная, минимальная, бойскаута. Будет в одной кабель, от него будет уходить кабель 3×2,5 на розеточки. Одна будет на улице, две внутри. И кабель на свет. Один на лампу внутри и один на прожектор снаружи. В принципе, больше ничего и не надо. Под домиком будет выходить кабель 1,5 метра, на который будет сделана розеточка, чтобы можно запитаться в удлинитель. Можно смело запускать 5 кВт, ставить обогреватель, запускать чайник. То есть, как и сказал, минимальный набор бойскаута.
Далее начал утеплять домик. Утепляю также пеноплексом и начал с углов, так как надо сначала их поставить, смонтировать, запенить и добавить закладные доски, чтобы внутренней отделкой можно было зацепиться за углы. Утепляя домик, все швы старался максимально пропенивать. Далее пошла внутренняя отделка. Мы сначала начали монтировать строительные плиты QuickDeck Plus, и это у нас Flagstaff. Мне очень понравился такой дизайн, а так как плиты нам достались еще с хорошей скидкой, поэтому я набрал их по максимуму. Также по фасаду были смонтированы оцинкованные уголки. Деревянные особо стараюсь больше не использовать, а вот цинк смотрится очень красиво. Ну и дальше пошла финальная прямая. Сделал всю электрику, поставил розеточки, свет и добавил в самом помещении немного реечек. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare.
Так, друзья, ну что, давайте подведем небольшой итог. Расскажу вам опять с нуля быстренько, из чего состоит домик. То есть у нас вся доска использована здесь 50 на 100. Доска естественной влажности, но она уже более-менее подсушена. То есть я влагомером тыкал 16-18%. То есть это хорошо, потому что она у нас лежала под тендом на прокладках. То есть высохла, и мы ее пустили в работу. Обвязка у нас собрана из пакета досок. Мы тут изменили направление лак, чтобы можно было зашиться в плитный материал. То есть у нас... Помимо обвязки из пакета досок, у нас еще есть две промежуточных балки сдвоенных досок. Дальше кинуты лаги пола шагом 600 под утепление пеноплекс. Набиты рейки, утеплено, пропенено. И дальше мы застелили пол сразу 22-м QuickDeck Professional, толщина 22. То есть шип-пас, прям ровненько все листы встали. Просадили их на гвозди 50-е, то есть и у нас получилась такая платформа импровизированная. То есть у нас обвязка жестко стянута, связана, домик можно поднимать не один раз манипулятором без проблем. То есть такой домик можно как хозблок, как бытовка, как первый теплый домик для строительства дома, потому что он полностью утеплен. Также можно использовать в своих фермерских назначениях, не знаю, кто-то может сделать хороший, красивый, нестандартный курятник. То есть, а вообще по факту получился симпатичный домик, да, у него нет окна, то есть это можно по факту врезать, кому, если кому-то из заказчиков понадобится. Привлекает необычная форма, привлекает простота. То есть стенки у нас сделаны из доски 50 на 100, выставили левую, правую, выставили коня, выровняли его, через лобовую доску врезали стропила, чтобы узел был жесткий, опять же, для подъема манипулятора. И у нас получается боковая стенка, переходящая в крышу, зашита QuickDeck Professional 16 мм. Можно было взять 12, взяли 16, пожестче, то есть, и пробили все гибкой черепицей. У нас она здесь драконий зуб. Интересный цвет голубика. Это компания Дёки. Кому надо, найдете. Ну, все полезные ссылки вообще оставлю в описании на материалы, которые я использовал. Потому что смотрится очень бомбически. А так как у нас петли и дверная ручка и проушина, все это оцинковка, решили не переплачивать, закатали полностью в оцинковку, выглядеть стало намного круче. У нас есть такой, во-первых, отбивник, капельник, я не знаю, как назвать, то есть у нас есть эркер 10-сантиметровый, и чтобы всегда он был в хорошем, симпатичном виде, сюда кинули тоже капельник, оцинкованный такой, из металла. Сделали все уголки металлические, лобовые торцевые доски тоже из оцинковки, то есть на крышу. Вообще весь домик мы кинули мембрану для того, чтобы защитить от косого дождя, чтобы через имитацию бруса водичка не просачивалась. Также кинули на крышу, потом сделали обрешетки, кинули листы QuickDeck Professional. В коня мы добавили подкладочный ковер, чтобы максимально защититься от протечек. И уже гибкой черепицей дошли до коня и сделали просто перехлест. Задняя стенка у нас также собрана из имитации бруса. Спереди, как и сказал, арка. Есть минимальный набор бойскаута, это электрика. Да, прожектор небольшой, но подсветка рабочей зоны есть. При желании можно поменять на здоровый. Там все стоит на вагах, то есть можно спокойно заменить. Есть уличная розетка IP-шная 44. Я считаю, что это вообще минимал, всегда должна быть в торце где-то розеточка, либо в углу, либо прямо около входа. И самое интересное, что меня прикалывает, это двойная дверь. Дверь у нас временная, она не утеплена. По факту можно утеплиться, зашиться изнутри либо оргалитом, либо USB-шкой, либо вагонкой. То есть мы ее не стали делать, потому что сюда, конечно, просится сэндвич. То есть, и у нас дверка получилась вот такая двойная. То есть одна открывается, стандартный вход 80 сантиметров. Если надо больше. У нас тут две петли. Открыли, все. Можно загонять садовую тачку, садовый инструмент, газонокосилку, снегоуборочник. То есть, ну, конечно, трапик сделать еще. То есть у нас места много. Можно и мебель какую-то временную занести. То есть фантазировать можно чем угодно. Если не надо, мы ее просто закрываем. Тут стоят проушины. То есть и все хорошо. Внутренняя отделка у нас на стенах QuickDeck Plus. То есть арка собрана и лицевая стена. У нас категория Flagstaff, если не ошибаюсь. Задняя стенка у нас береза, белый. В принципе, все добротно. Внутри у нас сделано двойной выключатель. Один включает освещение улицы, второе освещение отвечает внутри. И две тройных розетки, потому что будет стоять, мало ли, столик, где-то чайничек, микроволновочка, даже банально зарядное устройство заряжать. Домик весь утеплен в 5 сантиметров пеноплекса, все пропенено наглухо. То есть, в принципе, ставь стандартный ветерок, обогреватель, и у тебя будет тепло.
А дальше, какие моменты? Что касается цены, да, сколько стоит такой домик собрать самому? Более подробно и проект на этот домик, и смету я сделаю в телеграм-канале, может каждый зайти и ознакомиться. А так, друзья, мы с удовольствием вам построим под ваш запрос хозблок, баньку. Можно баньку в таком стиле сделать. 4,80 вообще отлично. То есть я бы отрезал парную с проливным полом. Печку можно было сделать либо вот здесь экран, либо изнутри. И еще маленькая, где-то 2, там, 1,90 м на 2 м останется предбанник, но за которым можно за столик сесть вдвоем, троем, четвером. Да, в тесноте, но не в обиде, но можно посидеть, кайфануть, отдохнуть, зайти в парную. А окно в парной сделать либо с этой стороны, либо с той. Сделать полок 800-900 и спокойно париться. Потолок нам позволяет, высота 2,30 потолка в коньке. То есть, в принципе, нормально. Можно кайфовать, попариться на минималках за небольшие деньги. Можно построить и такую баньку в таком стиле. Поэтому, друзья, все вопросы пишите в Telegram. В Telegram, кто-то в комментах бывает, пишут, как связаться со мной. Пишите ВКонтакте, в Телеге, то есть можем собрать модульный домик и 2,5 на 6, и 2,5 на 4, можем собрать модульную баньку, отправить вам манипулятором, покажем в интернете, в Ютубе, в Телеграме, как она будет собираться. Собираем максимально хорошо, качественно, жестко, чтобы... Ну, не хочется делать говно, друзья, ну честно. Вот даже простая бытовочка все равно выходит по деньгам дорого, хоть это и ЕВшка. Поменяйте доску на сухую строганную, умножьте доску сразу на x 2,5. То есть это 16, сухая строганная, 32. То есть, в принципе, уже ценник поползет. А так, в принципе, я считаю, добротный домик. Да, конечно, можно поставить большое окошко, какой-нибудь 1,20 м на 1,20 м, или вообще в пол. Сюда можно раму такую двойную поставить, пластиковую. Ну, да, стоимость увеличится, но домик будет выглядеть вообще пушка. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, пишите в телеграм-канале, подписывайтесь на телегу. Много там интересного, мы показываем, как строим, как мы делаем, что мы делаем, какие решения принимаем. Надеюсь, видос был полезен. Все полезные ссылки есть в описании. Также в комментах закреплю список инструментов, которым я пользуюсь. Всем рекомендую. Хорошо работает, показывает результаты, крутит, вертит и, главное, выживает. Поэтому, друзья, еще раз спасибо. Всем отличных праздников. Набирайте сил. Увидимся. Меня зовут Сергей. Всем пока-пока.